А вы? А мне пожелали смерти. Кто? Все. Кто все? Все мои родственники. Как? Я позвонила, объяснила, что вот у мене така ситуація, що поможіть мені. Чого ти дзвониш? Що ти від нас хочеш? Лучше б ти здохла. Все. Хто це вам таке сказав? Мама. От мама от прям так і сказала? Да. Лучше б ти здохла. Мама їй так і сказала. Бабушка так же сама сказала, всім лучше буде, якщо ти умреш. Це от коли ти була беременна і ти дзвонила к нему? Да, да, да. Все-таки лучше, щоб я умерла. Може, хоча б то, що вони мене ховають, я довше проживу. Да, на зло їм треба прожити, ще й хорошо. Да. Скажи, а коли ти останній раз бачила папу? Не пам'ятаю. Ну, скільки років назад? Ну, года три назад. Года три назад? Да. Йому говорила о том, що ждеш ребенка? Нет. Почему? В нього своя сім'я, в нього там є внук, я йому не треба. Это он тебе об этом сказал? Це моє мнение. Хочеш узнать мнение папы? Ну, можна послушати. Вот знаешь, возможно, тебя это удивит, но твой отец, которому ты якобы не нужна, как только узнал о твоем положении, сразу же согласился приехать к нам в студию. Сергей Шматко, встречайте. Вместо мамы и папы. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Не хотів мене відповідати. Сергей, так уж получилось, что у вас с вашей дочерью такие сложные отношения. Мне хочется спросить вас о том, знали ли вы, в каких условиях она живет? Не знал я. Не знали? Не знал. Теперь знаете, в каких условиях живет ваша дочь? Что вы думаете об этом? Что треба что-то делать. Что? Чем помогти можно? Чем вы можете помочь? Проблемы я не могу решить тоже такое. Я живу тоже как вот в приймах. Хата невелика. Жінка, син, внучок и невестка. Ну, понимаете, у меня просто немає ни финансов, ни возможностей, чтобы помочь им чем-нибудь. Вот у меня немає ще цього. Скажите, это ваша дочь? Моя дочь, да. Вот вы видели, что она бомж, которая на последнем месяце беременности живет в тех условиях, что вы как отец, биологически, это ваша кровь, готовы для нее сделать? Финансовой помощи. Финансовой? Сколько? Ну, хотя бы 1000. 1000 в месяц вы готовы помочь? Не в месяц, хотя бы в год. А, хотя бы в год. То, что вы сюда пришли, это уже хорошо. Все-таки сохранились чувства к своей дочери. И она должна это чувствовать. Но то, что вы тут рассказываете, что я не могу. Когда в 6 лет, когда было ей 6 лет, вы оставили ее. Вы каждый месяц по 100 гривен, по 10 долларов копили на ее счете. Чтобы ей, когда будет 18-20, вы отдали. Вот, дочь, папа тебе помогает. Нет. Вы как отец, вы обязаны были воспитывать, содержать. И понятно, что она уже взрослая, и, возможно, там сама может отвечать за свои поступки. Но мы видим, что она не может за них отвечать лишь потому, что она не получила в 6 лет, в 7 лет, в 8 лет, что в 14 лет появился отчим, который начал домогаться ее. Вы знали об этом? И где папа был? Те, що мене, що до, його, вона не пускала дочку до мене, жінка бивша. Це хорошо було? А що значить не пускала? Ну так, не пускала навіть. Що мені мама завжди казала, підеш до батька, я тобі ноги поперебиваю, я тебе калікою зроблю. Це правда? Так, да, це правда. Я до батька завжди тікала втихаря. І на його день рождення, коли в батька було день рождення 40 років,
Я як зараз пам'ятаю, що я копила, купила йому гвоздику і відкритку тихонько прибігла, говорю: «Папа, привіт, з днем рождения». А як часто ви виділися з дочерю після того, як вынуждены були розстатися? Раз в неділю ми бачили, да? Да. Раз в неділю? Да. В який момент? Може більше, може менше, точно я не буду казати. Ви знали о том, що в 20 лет вона збіжала в Херсон? Знав. Знали? Знав. А как так получилось, что у нее забрали сына, вашего внука? Вся командовала мамка там, а не я. Когда То есть вы мужиком видели... в вашей семье была ее мама? Да. Когда вы видели последний раз вашего внука Андрея, дедушка? Ни разу. Сергей? Ни разу. Ни разу. Вы готовы что-то сделать, чтобы помочь ей? Чтобы первое, она покинула эту стройку? Второе, чтобы она родила ребенка в человеческих условиях. И третье... В больнице. В больнице. И третье, дать возможность ей дальше проживать в человеческих условиях. Возможно, при помощи этих людей она сможет где-то жить вместе с Николаем, но хоть как-то принимать участие в ее дальнейшей судьбе. Пообещайте здесь, что вы попробуете хотя бы, как отец, это сделать. Вы думаете? Конечно, думаю. Попробую, конечно. Да нет, ну, понимаете... Ну, что, я поможу, Наташа. Ты помогти, да? Чем я помогу? Мне нечем, просто нечем. Вы понимаете, вы просто действительно человека заставляете говорить... Допустим, гроши у меня были такие, что я... У меня зарплата 1400. Эдуард, мы должны понимать, что кто хочет, ищет возможности, кто не хочет оправдания. Ну, человек говорит, нельзя насильно заставить родителей заботиться и любить своих детей. Ну, не сложилось у Сергея. Меня не интересует Сергей сейчас. Меня интересуют те, которые смотрят телевизор сегодня или завтра, когда выйдет... эфир, чтобы они посмотрели, понимали, что этого делать нельзя. Нельзя своих детей бросать, не помогать, даже если жена против. Вы сейчас услышали, да, что никому не нужная ваша дочь накинула себе петлю возле вокзала в Херсоне и хотела покончить жизнь самоубийством. И считала, что вам станет легче, как отцу, если ее не станет. И вы, услышав сейчас это, говорите: «Ну чем я могу ей помочь?» Тем самым говоря: «Да лучше бы ты действительно повесилась». Но это так. Такое не мог никогда подумать даже, чтобы она умерла. Наташа, нельзя этого делать, треба жить. Зачем? Для того, что я вам усім мешаю, что я неправильно, что у меня нема де жить, что я образование не получила, что я не стала такой, якой вы хотели. Наташа. Наташа. Наташ, спроси вот сейчас у папы. Ради детей треба жить. Ради детей? Да. У тебя Славик, в тебе Юра. А ты не в мене? По-моему, нет. Тільки далеко ты от мене. Наташ, ну вот спроси сейчас напрямую у отца, нужна ты ему или нет. Задай ему этот вопрос, и давай раз и навсегда с этим разберемся. Вот спроси. Я тебе надо, как дочка. Коби не надо было, я не приехал бы сюда. На самом деле хочется верить, чтобы вы сделали то, что вы можете. А вы можете взять трубку, когда позвонит ваша дочь, и просто выслушать ее. И как-то вот с ней поговорить, поддержать. Возможно, где-то там поругать за неправильный выбор. Пожурить. Быть отцом. Отцом быть никогда не поздно. Наташ, а что чувствуешь по отношению к маме? Честно, скучаю. Честно. Скучаю и плачу за ней. Потому что яка не є, но мама. А сколько вы уже не виделись? Года три. Года три? Да. А мама знает, что из-за нее, из-за ее отчима вы пытались покончить свою Нет, жизнь? Нет, она не знает ничего. Не знает? Нет. Твоя мама сейчас видит все то, что здесь происходит. Поэтому ты сейчас можешь обратиться к ней и сказать все то, что хочешь ей сказать. Я ее очень сильно люблю. Я скучаю за ней. И мне ее очень сильно не хватает.
Я просто знаю, що вона мене ніколи не простить. За всі наші ссори, за все. Откуда ти знаєш? Я, наверное, винувата в тому, що коли вона привела свого отчима, то я її не підтримала. І в цьому я перед нею винувата. А ти би хотіла, щоб мама тебе простила? Да. А готова зробити перший шаг? Я хочу з нею помиритися. Я неї просто попрошу прощення за все, за всі свої ошибки. А готова це зробити? Да. Наташа, это очень большая смелость, и я вас очень в этом поддерживаю. Потому что на это способен не каждый человек. Твоя мама сейчас находится за кулисами в нашей студии. Если у нее возникнет желание, она в любой момент может к тебе выйти. Жаль, что сегодня не удалось поговорить маме и дочери, несмотря на то, что мама была на расстоянии всего лишь нескольких метров. Очень хочется верить, что этот разговор все-таки состоится, пускай за рамками нашей студии. То, что вы сейчас отгородились от всех, вот с одной стороны, вас можно понять. Ничего удивительного нет, что вы считали, Наташа, что вам никто не может помочь. Но с другой стороны, вы не правы, потому что есть люди, вот мы видим рядом с вами девчонку, да, десятиклассницу, которая протянула руку помощи. Мы видим человека, который живет по соседству, который не знает вас, но он также вам помогает. В Украине много людей, которые готовы вам помочь. Я, что-то хотелось мне вот поверить, то, что есть среди социальных работников, возможно, которые посмотрят эту программу, в которых что-то взыграет, да, они хотя бы, ну, вспомнят, чему их учили, и придут к вам и скажут, а давай мы вместе поищем. Но попробуйте чего-то добиваться. Ну, вот так жизнь у нас сегодня устроена, что никто вот просто так не придет. Вот люди, которые чего-то добиваются, они это выгрызают. Вот найдите в себе силы приходить каждый день в социальную службу и сказать... Я не хочу отказываться от моего ребенка, я никогда не откажусь. Я не хочу в то же время жить на стройке и рожать на стройке в мороз. Я не хочу умирать там, чтобы мой ребенок умер. Послушайте, они не смогут отказать вам. Они обязаны будут что-то делать. И подтверждайте желательно это письменными заявлениями. Я, будучи при памяти, Наталья такая-то и Николай, вам говорю, что мы живем на стройке, в таких-то условиях, но мы не отказываемся, мы будем сражаться за нашего ребенка. У вас никто не заберет ребенка. Никто. Наташ, послушайте моего совета. Я больше чем уверен, что если бы кто-то вот взял Николая, позаботился бы о нем, дал бы ему стабильную работу, какой-то угол, Николай бы там прожил всю свою жизнь и был бы хорошим отцом, достойным мужем, но нет у него внутреннего ресурса вот взять от этой жизни что-то. Дмитрий, ну не может каждый быть лидером и вожаком. Конечно. На самом деле у нас мир так устроен, не могут быть все добиваться. Вот он, Николай... Как правильно вы сказали, хороший исполнитель. Хороший исполнитель – это тоже на вес золота. Вот я уверена, дай ему любую работу, там, ну вот что угодно можете представить, он ее сделает идеально и сделает по-честному, по правде, и вот лучше, как это может быть. Но мы же на то... Это для вас, Николай, да. Но мы же на то и люди, чтобы помогать тем, кто младше не по возрасту, младше по воле.
Давайте сделаем так. После программы я обращусь в Ассоциацию фермеров Херсонской области. Я думаю, что там найдутся у них вакансии супер, для вас. Супер, супер. Вот и действительно, может быть, благодаря программе найдется тот фермер или тот человек, который... Счастливый обладатель отличного сотрудника. Но вы знаете, друзья, дело в том, что я сегодня утром приехала из Херсона. И вчера познакомилась с интереснейшим человеком, который в Херсоне владеет конюшней. Я просто сейчас услышала, что он работал скотником, а вообще конюшня — это потрясающее место, где, это общаясь с лошадьми, знакомо. Он мог бы, кстати, решить Пойдете часть своих на проблем. Пойду. С удовольствием. Скажите мне, где вы будете рожать? Это единственное, что меня беспокоит. В больнице, не переживайте. Знаете, мне хочется сказать спасибо человеку, благодаря которому в жизни этой семьи что-то может измениться. Это тебе, Настя. И я приятно удивлен, что у нас в стране есть школьники, которые вместо того, чтобы пить пиво, помогают тем, кто в этом нуждается. Со своей стороны надеемся, что эта история будет иметь позитивное продолжение, и будем внимательно следить за развитием этой ситуации. Сразу же после программы Наталья, как и обещала, стала на учет в местной поликлинике. Моє мнение про медицину чуть-чуть изменилось, что не все врачи погані. Кроме того, пара больше не вернулась на стройку. Переживая за жизнь будущего ребенка Николая и Натальи, проект «Один за всех» помог супругам с жильем. В течение 3 месяцев они смогут жить в этой комнате. Надеемся, что за это время они найдут возможность оплачивать жилье самостоятельно. Тем более, что Николай уже устраивается на работу. Мы есть друг у друга, и мы должны друг за друга держаться.